6 умерших, 239 заболевших, 687 выздоровевших. Депздрав области сообщает последние новости по борьбе с коронавирусом. Сейчас в ковид-госпиталях региона 1500 пациентов, в том числе 49 на ИВЛ. Еще 7000 человек проходят лечение амбулаторно. В Старомосколе зарегистрировано 39 новых положительных тестов. 101 оскольчанин выписан в связи с выздоровлением. Полный курс вакцинации завершили почти 914 тысяч жителей Белгородчины.